Этим утром одна из главных дорожных артерий города, Анапское шоссе, встала в пробке. ДТП с участием трех отечественных машин ограничило движение практически по всем полосам. В результате аварии погиб человек. Некоторым понадобилась медицинская помощь. Сегодня, 19 января 2017 года, около 9:20 минут, на Анапском шоссе напротив торгового центра «Алексеевский» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись автомобиль ВАЗ-2115, ВАЗ-2114, ВАЗ-2121. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2115 погиб на месте. Прибывшие на место сотрудники роты ДПС и ГИБДД оперативно восстановили движение. По неофициальным данным, у погибшего водителя автомобиля ВАЗ-2115, 62-летнего жителя станицы Анапская, мог возникнуть сердечный приступ во время управления транспортным средством. Схема дорожно-транспортного происшествия оказалась настолько сложна, что сотрудники полиции пока затрудняются делать выводы о предполагаемом сценарии развития трагедии. И даже участники самого происшествия не смогли точно рассказать, что случилось. Ехал по правой полосе, и смотрю, пятно от Нива боком идет, навстречу боком, и удар вот это, и все, я уже потом не помню ничего, потом глаза открываются, нет, вот это впереди еще машина. Нива меня ударилась, вот и все что я помню. После аварии все участники были отправлены на экспертизу в наркологический диспансер. Сотрудники полиции работают над восстановлением полной картины происшествия. Причины устанавливаются, проводится проверка.